Привет, легендарные внучата, с вами я, Бабка Шоу. Смотрите, какой пэт у меня сегодня есть, ребята. Это же пэт-дракон, просто очень-очень крутой, в общем-то, пэтик. И давайте начнем наш видосик, посмотрим первый трейдик и уже приступим к нашему видосу. Флайрайт Альвинос. Нет, ребята, вау, еще и попугай, но все равно мало. Вау, еще и вот этот кенгурушка, но все равно мало, ребят. Этот пэт стоит очень дорого. Все, деклайним и переходим к видосу. На самом деле, ребятки, этот пэт один из самых дорогих пэтов вообще из вот этой вот линейки наших пэтиков. Он был у нас самым дорогим за конфеты, его можно было получить бесплатно, но, в общем-то, это было просто очень-очень-очень муторно и очень-очень-очень долго, ребята. Поэтому, вау, смотрите, Neon Flayrite, вау, еще Neon Flayrite Дракон. Два Neon Flayrite Дракона, это на самом деле довольно прикольный трейдик, но, ребят, за этого пэта я отдала две неончики, причем неплохие, черепашку и еще, в общем-то, кицончику неоновую. Но, в целом, пэты не такие крутые, и просто моя мечта сейчас прям передо мной сидит, но этих двух пэтов вообще никто не хочет, и обезьяны тоже у нас, в общем-то, бесценные, но, в общем-то, не стоит обмениваться, несмотря на то, что это неплохой пэтик, неплохие красивые пэты, которых я хочу, мы трейдиться с ними не будем. Давайте смотрим с вами следующий трейд и посмотрим, что же здесь у нас интересного. Так, здесь у нас, в общем-то, так, овл, ребята. Ну, странно, странный трейд, камон, что за приколы, нет. На такой мы с вами не обмениваемся и смотрим следующий трейдик, ребята. У нас вот такая вот красивая летучая мышь сегодня есть, и нам нужно обязательно что-нибудь прикольное обменять на нее. И, да, по-любому нужно обмениваться, и если бы тут было 4 штуки, то я бы обменялась. Наверное, на неоночку все-таки обменялась. Она стоит примерно как Фрост Дракон неоновый, и это очень-очень дорого. Ребята, вау, смотрите, какой трейд, и равноценный ли он? Нет, ребята, у меня full ground, а у тебя всего лишь пост-тим, так что нет, ребят, мы не обмениваемся, это у нас трейд плохой, bad трейд, ребята. На такие трейды не обменивайтесь, особенно там, где вам потом еще нужно будет качать, хитрые-хитрые, ребятки, но меня не проведешь, ребятки. Так, смотрим еще трейдик, смотрим, и что же у нас интересного-то здесь есть, ребята, что здесь у нас, кто что предлагает? Флайрайт, что? Флайрайт единорог, райт единорог, и все, серьезно, тут как минимум не он единорог, и причем 4, ребята, почти мега неон стоит. Этот пэт очень прям дорогой, так что если вы его хотите достать, особенно у меня, то вам нужно просто такое предложить, ребята. На самом деле мне одного шаду хватит. Смотрим трейдики снова. Ребят, капец, как много трейдов предлагает, и нам предлагает не уплорять сурка. Сурок, на самом деле, пэт довольно прикольный. И представляете, ребята, софа обычного сурка без флайрайда поменяла на неонового дракона. Походу, чувак просто прикалывался над ней, но каким-то образом трейд все-таки свершился, и это было обалдеть, как прикольно. Ребята, я еще просто открыла рот тогда и, не знаю, сидела с открытым ртом просто очень-очень кучу времени и просто не знала, что делать. Ребят, я тоже хотела тогда такого пэта. И вот, ребят, интересно, на самом деле, трейдик нам приходит единорожка, но неоновая единорожка, камон, я отдала две неоночки. Мы попробуем с вами вытянуть хотя бы две неонки, либо какую-нибудь классную неоночку все-таки. Черепаха, ребят, неплохо. Но я отдала черепаху и кицуну, так что мы сейчас с вами еще потрейдимся, еще найдем каких-нибудь пэтиков и обязательно попробуем на что-нибудь обменяться, потому что все-таки нашего пэта нужно менять. В инвентаре он мне не нужен. Я должна снять вам 45 видосов за неделю, ребят. Это капец как много, поэтому мы будем просто интенсивно трейдить наших пэтиков. Очень много пэтов я буду пытаться трейдить и трейдить. Трейдиться, монтировать. Еще снимать адопт. По адопту будут практически все 30 видео, ребята. Это будет какой-то капец взрыв адоптами, ребята. Все, кто любит адопт, не ставят лайк, потому что Бабка Шоу переходит практически на адопт. Но, ребята, если вы... Вау, ребят, вот это уже довольно прикольный трейд. Если вы, к примеру, пришли за пиги, то пиги обязательно будет, но не на, в общем-то, ну, не в этой половине месяца, потому что я уезжаю, ребятки, уезжаю на отдых и снимать буду только адопт. Ну, вернее, я сниму его и выложу только адопт. Ну, может быть, и пиги выложу, там уже посмотрим ближе, не знаю, посмотрим уже, короче. Главное эти ролики отснять, смонтировать, а там уже будет что будет. Так, все. Давайте мы еще подождем трейдик, если нам ничего не предложат, то мы просто валим с вами на другой сервер. Или я буду снимать еще параллельно вторую вещь. Так, ребята, вот этот трейд на самом деле поинтереснее. Примерно не настолько равноценен, но ближе к моему трейду, который я отдала за этого бетового дракона. И на самом деле, смотрите, две неоночки спокойно можно вытянуть. И я думаю, то, что если постараться, то можно и мега неонового какого-нибудь пэта найти. Будет, конечно, сложно, либо, конечно, найти какую-нибудь прям супер хорошую неоночку. Так, здесь нам снова предлагают вот эти яйца. И нет, ребят, нет, спасибо. Камон, я не хочу эти яйца. Ребят, кто хочет с ним, в общем-то, чтобы быстрее вышли яйца динозавров, ставят лайк, потому что, ребята, скоро будут яйца динозавров, и это просто капец как круто. Хей, а давай сыграем в игру. Успей поставить лайк, подписаться на канал за 5 секунд, и тогда Бабки Шоу придет суперский трейд, на который просто она не сможет от которого отказаться. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. И если ты успел, то спасибо тебе большое. Сейчас мы пойдем трейдиться на другой сервер и что-нибудь прикольное найдем.
Текс, бабка шоу в здании. И, ребят, я заметила то, что очень-очень много неоночек появилось, которые я бы себе хотела, в общем-то, получить. И сейчас мы с вами будем трейлиться, посмотрим, что же нам дают за нашего бетика. Смотрите, ребята, Флайрайт Кеша, это у нас попугайчик. Но нет, ребят, деклайним этот трейд. Смотрим, дальше ждем наши трейды. На самом деле, на этом сервере я вижу одного жирафа, и кто-то мне предлагает трейдик, и оно уже с кем-то трейдится. Вот это, ребята, конечно, очень-очень грустная штука, когда кто-то вам предлагает трейд, особенно, наверное, что-то классное предлагало, а вот, опять она предлагает мне трейд. Давайте мы сейчас посмотрим, ребята, что же нам дают за нашего бетика, что она готова предложить. Старфиш и Райт Дракоша, и еще Неон Райт, наша обезьянка неоновая. Но посмотрите, ребят, сколько у меня обезьян. Конечно, не как у Робмикс, но все равно очень много обезьян, и мы просто деклайним этот трейд, потому что было бы, ребятки, глупо соглашаться. Одна обезьянка, она особо ничего не стоит, и обезьяны вообще очень-очень мало стоят. Не то, что обычно даже легендарки, и то очень мало стоят. Не знаю, почему их никто так не любит вообще. Возможно, ну не знаю, наши разработчики, ребята, они как-то скупые на деньги, очень хотят много зарабатывать, но при этом как-то пытом баланса не добавляют. Если бы они их делали дороже, то тогда бы было бы хорошо, ребята. Хоть их меньше бы покупали, но цена бы у них была больше. А то, ребята, ну камон, ну ничего не ценится так вообще. И нам предлагают вот такого вот Райт Пэтика. Нет, ребят, деклайн, потому что он уже не ценится. Если вы сейчас думаете то, что о, бабка, шо ты, шо дура, что ли, напишите в комментариях. Но я уже снимала видосик про такого единорога, тогда мне вообще практически ничего не дали. А сейчас тем более, и шо, трейд чучутрин, ребята, я забыла, в общем-то, убрать. И сейчас мы будем с вами писать, что мы трейдим с вами вот этого классного бэд-дракончика. Так, ребятки, новый трейд, и вау, Неон Флайрайт Альбинос, ребята, Неон Флайрайт Альбинос, это, конечно, дело прикольное. Но в то же время, ребята, камон, я хочу себе три неоночки каких-нибудь классных. И это какое-то, ну, в общем-то, ну не то, ребята, ну не то. Не то, ребята, мы должны что-нибудь классное вообще затрейдить, чтобы у всех просто челюсть на пол сказали, бабка шоу, ты шо просто. Плиз, бэд-дракон, чё, плохой дракон? Нет, он бэд-дракон, летучая мышь, не бэд, неплохой, ребята, он классный дракоша. Трейд нам что, мы, получается, бета-трейдим с вами, трейд бета-драгон, драгон, короче. Все. Ctrl-C, это все дело начинаем спамить просто в чат, потому что, ребят, если вы хотите быстро затрейдить пэтов, то вам нужно спамить в чат. Спамить в чат значит очень много писать про пэтика, очень много, короче, писать сообщений, чтобы кто-то откликнулся на наше, в общем-то, объявление, можно сказать, о продаже, о трейде нашего пэта. Так, ребята, обмен нашего пэта, бартер, баш на баш, и что? Ты серьезно думаешь, что если ты поставил своего фроста и добавишь еще 3 шибаины, я соглашусь? Кому вообще нужны эти шибаины? Ребята, их бесплатно отдавала мусоркам всяким, вот в прошлом ролике, можете тоже посмотреть, там вообще прикольно ролик, и такой вот дом у меня уже есть. Traveling House вообще не ценится. Если вы хотите видос про Traveling House, я тоже его могу вам снять. Но, думаю, толк-то нет особо, потому что вещь реально очень-очень дешевая, и она опять его поставила. Камон, что ты творишь? Вообще нет, ребят, мы отказываемся от этого трейда, потому что было бы странно. И, ребят, вот этот трейд уже поинтереснее трейдик. Смотрите, неоновая черепаха, неоновый джинджер, неоновый вот этот вот, кто это, ребята? Кто это? Пчела, короче. И Флайрайт Фламинго. Но, ребят, что я вам хочу сказать. Я дала неон черепаху, неон джинджера и неоновую Китсуна, и мне еще парень думал, ну тут вообще, как бы тут по-любому отказывать, наши полномочия, все, короче. Во, вот этот рейд прикольный, на самом деле. Смотрите, вот этот Арктика Лень стоит довольно дорого, вот эта штука, не знаю, для чего она вообще нужна. Австралийская Келпи тоже, конечно, странная штука, но снежный все-таки неплохо, но маловато. Маловато, ребята, хочу что-нибудь покруче. Так, снова эта девочка снова предлагает нам трейд, невыгодный для нас абсолютно, и наши пэты начали потихонечку пропадать, ребята. На сервере просто уменьшилось как-то неоночек, и особо нам никто не предлагает. Вот если бы мне сову предложили неоновый, тогда бы я еще, скорее всего, даже согласилась бы сразу, потому что сову — это, конечно, дело святое. Сову все хотят, сову я хочу, ребята. А вот это, конечно, трейд какой-то странный, поэтому мы с вами просто деклайним его и смотрим. Вот это, кстати, я еще... Ладно. Вот этого я хотела сказать, то, что еще не видела в трейдиках, но, походу, он, в общем-то, с нами трейдиться особо и не хочет. Так, ребятки, я на новом сервере, и сейчас будем смотреть, что же здесь нам предложат за нашего бэд-дракона. И уже интересно, на самом деле, неон Флайрайт Кенгурушка, ребята. Пэтик красивый, но нет, это отказ по-любому, потому что пэтик стоит намного дороже. Сейчас будем пытаться на что-нибудь прикольное выменить, и я хотела бы жирафа, ребята. Я все равно заберу у Софы жирафа и обменяю его на что-нибудь прикольное, но в целом, ребята, а может его даже не обменяю, но не знаю, мне просто нужно очень много видосиков снять с трейдами, и думаю то, что, не знаю, в общем, что-нибудь мне все равно придется выменить на что-нибудь, так что сейчас будем трейдиться. Так, ребята, это слишком мало за нашего бэд-дракончика, на самом деле, смотрите, хотя в целом трейд-то не очень-то и как бы в минус, но в минус, ребята, так что в минус трейдиться не очень хочется, будем с вами пытаться затрейдиться в плюс, потому что бабки шоу
нужно затрейдиться в плюс. Так, здесь что? For good neon lag, пишу серьезно. За эту штуку не дают особо никаких неоночек. Так что мы даже дальше с вами трейдимся. И, по-моему, это моя подписчица предлагает мне трейд. Вау, ребята, Flyright Warren, вау. Откуда у тебя столько пэтов? Ей-богу, неплохо, неплохо. Но мы декланим этот трейд и будем смотреть дальше. Потому что, ребята, сегодня у нас цель найти просто что-нибудь очень-очень бомбезное. И попробовать, как бы, не знаю, что-нибудь прикольное затрейдить. Сейчас будем смотреть дальше. И, кстати, там обновка в оверлуке вышла. И сейчас как раз сниму там еще параллельно. Когда уйду с этого сервера, сниму обновочку, а потом вернусь опять в трейдики. Так, ребята, продолжаем наше странствие. И теперь мы снова на нашем бэдракончике. Я нашла вот такой вот прикольный сервер. И, по-моему, это последний сервер, на котором мы сейчас с вами вообще будем трейдить. Потому что я уже, если честно, устала трейдить нашего пэта. И мне предлагают неонового кенгуру. Но его еще и прокачивать надо, поэтому деклайн, ребята. Нажимаю на кнопочку деклайна, и сейчас будем ждать трейды. Хотелось бы вот этого пэта получить, ребята. На самом деле было бы реально прикольно, но думаю, что если у меня будет жираф, я его легко затрейжу. Так, поэтому мы сейчас будем с вами потихонечку трейдиться, трейдиться. Вау, ребята! А вот этот трейд мне уже нравится больше, если честно, довольно прикольный трейд, но все равно эта штука уже не ценится, поэтому деклайним и дальше будем ждать трейдиков. Нажимаем на кнопочку Accept и смотрим, что же здесь у нас за новенький трейдик пришел. Что, ребята, как думаете, соглашаться? Мне кажется, что нужно просто соглашаться. Если она сейчас согласится, это будет просто шок-контент. Серьезно? Ты серьезно? Мне кажется, она не согласится, это какой-то прикол. Ну, допустим, я нажимаю на кнопочку Accept, и, ребята, будет реально просто, не знаю, какой я сейчас запинаюсь. Она просит добавить, ребята, что мы можем ей добавить? Допустим, вот этого пэта, ребята, это будет какой-то шок, я вообще не знаю, что еще добавить ей там можно. У меня еще есть игрушка, ребята, очень дорогая игрушечка, где-то внизу, вот она, вот, очень дорогая игрушка. Надеюсь, что она обменяется вот так вот, потому что, ребята, эта игрушка все-таки чего-то стоит, наверное, все-таки чего-то стоит, и если у нее есть такая мега-неокицун, то наверное, она разбирается в этой штуке. Давайте мы согласимся и тут просто будем смотреть. Авось повезет, ребята. Мега неон кицуна, вы просто понимаете? I don't care one second. Она просто думает, ребята, как думаете, согласиться просто. Она говорит то, что дай мне подумать. Я, конечно же, буду ждать. Давайте мы напишем окей. Okay, ок, давайте напишем ок, I wait. Ребята, это будет просто шок. Это будет мой первый мега-неоновый топовый пэтик. Ребята, я не понимаю, она сейчас либо прикалывается, либо что, она... ребята, она написала, что sorry, no. Обидно, обидно, ребят, конечно же, пэт реально очень классный. И прикиньте, если бы она поменялась, это был бы реально шок. Но нет, видимо, чудес не бывает, и просто так довольно сложно затрейдиться на такую вот штуку. Хотя, блин, ребята, хотелось, конечно, очень сильно. Так, смотрим, в общем-то, ребята, следующий трейд за нашего бета. Но думаю, что после этого трейда другие трейды просто покажутся мне каким-то мусором. Особенно это что вообще такое, ребята? Что мне предлагают на этом сервере? Все, деклайним, ребята. Я снова я очень хочу, ребята, этого пэта. Почему она согласилась? Жалко, жалко, ребята. Что это за трейды такие? Мне там пошли, я пока писала. Мне какие-то трейды уже предлагают, соглашаются вовсю. Без моего согласия как бы что-то там пишет. И я написала этой девочке. Сможет ли она что-то на другое, в общем-то, если я что-то добавлю, подумать. Посмотрим, посмотрим. Может быть, я что-нибудь смогу прикольно добавить. Какие-нибудь игрушки редкие, не знаю. Потому что, ребята, это просто же мега неоновый пэт. Просто какой-то шок, ребята. На таких пэтов я не знаю, что можно получить, за таких пэтиков. И, блин, реально, она очень долго думала, но почему-то отказалась потом. Жалко, ребята. И причем, может, она надо мной прикалывалась, я не знаю, возможно, прикалывалась. И просто бабку шоу разводили. Прикольный трейд, ребята, но деклайним. Ждем еще каких-нибудь трейдов, ребята. Блин, после этого что? Ну вот это прикольный более-менее трейд. Но, блин, после мега неокицуны о чем вы, ребята? Все, я не могу смотреть на трейды. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я пошла съем конфетку, чтобы не было так грустно, ребята. Я хотела этого кицуночку.